В общем, вот наша экспериментальная картошка. Один кустик я выкапывал. Это у нас 4 ряда мы сделали по 10 кустиков. Она вся взошла. Купил я ее в в магните тогда, проросшую. Сажали мы ее, что-то 1 июня, по-моему, или в каких-то там вот первые дни июня. Сейчас сегодня 1 сентября. У нас уже школьные маневры закончились. Я вот приехал тут немножко дела поделать. Вот сейчас буду экспериментировать. Взял такое ведро. На 20 литров оно, что ли. Ну, короче, здоровое. И сейчас все выкопаю. К слову сказать, мы ничего не окучивали, а замульчировали просто сеном. Вот она. Такой картофан. Посадили одну, выросло три. На прошлом кусте было 4. В общем, это вот первый год вообще, когда мы что-то тут пытались посадить. А нет, 4. В общем, вот с 10 кустов, короче говоря, получилось так, что мы вот купили 40 картошек, посадили, и они примерно умножились у нас на 4. Тут в некоторых кустах вот такие вот остались прям. То есть она такая прям еще вот крепкая картошка-то, ее она как бы еще растет. Ну и вот земля, конечно, очень жесткая. Я, конечно же, ничего тут не окучивал. Ну вот такие экземпляры. Ну фиг знает. На каком-то кусте вообще горох, на каком-то вот что-то поприличней. Ну что-то это, у многих говорят в этом году, картофанчик-то не очень. Ну вот, 4 картошки. Одну посадили, 4 забрали. Заметил один момент. Там, где мы насыпали золы много, на тех кустах вот попадаются такие вот картошки. Прям вот, ну, хорошая вообще картошка. И она не больная, ничего. Вот такая розовая, в общем, она тут в основном. Но очень много кустов просто больные. Ну вот типа вот как вот это вот, да? Вот у нее какое-то вот пятно гнилостное. Но на таких кустах, где зола, попадаются хорошие картошки. В общем, не знаю, эксперимент удачный или нет, непонятно. Ну, как-то так. Ну, вот такая полянка тут небольшая. Что-то, наверное, вот так вот 4 на 1,5. 4 борозды. Ну, грубо говоря, 16 метров стандартной одной борозды. Ну, то есть это, ну, ни о чем. Ну и такой вот результат. Ну, как бы ведро, большое ведро получилось из маленького. В общем, землю надо культивировать очень-очень хорошо перед тем, как что-то сажать. Мы ее, грубо говоря, тут целину просто подняли. И то там в один перекоп я сделал, и все. То есть она дубовая, капец, вон, я ее еле откопал сейчас. И можно сажать, в принципе. Ну, год, судя по всему, не очень удачный для картофана.
Всем пока. До новых встреч.